Еламан Калдыбек. Вообще без шансов. Просто-напросто все время мимо летит мяч него. Broke Boys. Шикарный сольный проход следует. И это удар в ближний угол. И только защитник спасает. Да и вратарь. Но Абдул-Карим Каримов, конечно, играет здорово просто-напросто. На уровне по-настоящему. Мы ждем замены, которые могут быть. Ну и восьмой номер. Кстати говоря, у меня его в протоколе вообще нет. В составе. Я пытаюсь там представить, пытаюсь понять, кто это. Но это определенно не Володя XXL. Восьмой номер. Кто же это у нас, в конце концов? Нужно такую разгадать, да, это... Эту загадку, в общем-то. Вау, двоих накрутил. Broke Boys, есть удар. Абдул Карим Каримов забирает мяч в руки. Слушайте, парни. Но пока все как-то в одну сторону все. И это при том, что у Broke Boys еще на скамейке сидят несколько профиков. Там, да, Алексей Шишкин уже появился. Рядом с ним кто же это? Алмаз Рашид, насколько я понимаю, должен быть.